Добрый день, мои уважаемые подписчики, а также все те, кто впервые зашел на мой канал. Меня зовут Ирина, и это мой ювелирный магазин Нефертити. Ну, знатоки украшения уже, наверное, увидели по картинке, даже не читая название видео, что сегодня мы смотрим потрясающее украшение от компании Vega, серебро и натуральные камни. Все-все уже выложили на витринку, можете заказывать там. Кто не разберется, пишите Viber, WhatsApp, группы ВКонтакте, Instagram. Все данные, как всегда, внизу под видео, все ссылочки. Напоминаю, что отсылаем по всему миру. Доставка по России на момент выхода видео 250 рублей, за границу 500 рублей. Это еще не вся красота. Будет еще вторая планшеточка, которую я так скоренько сдвинула немножечко. Вот сколько у нас сегодня красоты с натуральными всякими каменьями от компании Vega. Тоже все ищем на витринке, если лень смотреть видео. Садимся поудобней. Кому надо для записи, берем ручечку или фотоаппарат, чтобы фотографировать то, что понравилось, либо записывать артикул. Так, название буду подглядывать, еще не все помню. Комплект Сесиль. Вот такая красота. Артикул у него 711. Цена 6850. Кольцо в комплекте 17,5. Но, как видите, сейчас покажу, я его совершенно свободно на 18 одеваю. Вес серег 15,2. Камни в комплекте. Сердолик, хризолит, цитрин и еще хризолит. И все расписано по каратности. И давайте будем смотреть. Собственно, вот такие серьги. Очень хорошо занижен замок. Сердолик 2 штучки, цитрин 2 хризолита. Они все здесь расписаны. Каратность сердолика 2 по 0,5 карата. Хризолита 0,3 и цитрина 0,3. Это на две серьги все. Очень классно, все замечательно смотрится. Так, хотя здесь написано 2 на 0,5. Наверное, все-таки по пол карата в каждом. Сердолик, ну ладно, нам не столь важна каратность. Нам все главное красота. Вот видите, я 17,5 совершенно спокойно одеваю на свой 18-й. Чудо не произошло, я не похудела за одну ночь, просто вот. Нет, действительно, сердолик здесь пишет 1 на 0,5. Средний вес каждого камня, наверное. Так, кольцо, повторюсь, 17,5. Красота изумительная. Комплект этот один в одной вариации, потому что сейчас будут комплекты с разными камнями. Там будем смотреть все, что в наличии. Следующий комплект у нас такой больше морской тематики. Это комплект Стелла. Тут морская звезда. Вот такая красота. Так, артикул 705. Аквамарин стоит, хризолит. Ну и, судя по всему, хризопрас. Ну, не написали, возможно, торопились, потому что комплекты прям только-только с производства. Вес серег 16,7. Цена комплекта 5,850. Кольцо в комплекте 18,5. Аквамарин, хризопрас, хризолит. Морская звездочка. И вот ракушечка есть. Очень красиво. Подобрано сочетание. Здесь только любоваться. Так, кольцо. Вот такое высокое, 18,5. Ну, на 19 нет. Все-таки 18,5. Чудо не произошло, я не похудела за одну ночь. Дальше. Комплект и лягушка. Их будет несколько. Смотрите на витринке тогда, с каким камнем вам будет нужно. Вот она, наша прекрасная лягушечка. Это артикул 719 будет у всех комплектов с малахитом, 719-1.
Цена комплекта 5900. Кольцо в комплекте 19 здесь. Здесь у нас вставочки малахит, хризолит. Малахит, хризолит, лимонный кварц. Написано цитрин. Так, смотрим, что у нас где. Малахит вижу, хризолит вижу, лимонный кварц вижу, цитрин это глазюки. Сейчас приближу. Вот он. Это у нас глазючки у лягушки цитриновые. Вот такая красота. Кольцо 19. Да. Все в размерчик. Так, сейчас. Ладно, уже не буду укладывать, раскладывать. То это много времени занимает. Следующий комплект. Также лягушка с лабрадором. Лягушечка у нас с лабрадором. Шикарнейшая. И камень большой, крупный. Лабрадор. Артикул тот же, 719-2. Цена 5900. Лабрадор топаз. Принит хризолит. Так. Лабрадор топаз. Принит хризолит в глазючках. Очень красиво. Свечение у лабрадорчика замечательное. Вот такая у нас лягуха. Так, кольцо сказала. Кольцо размер 18. Следующий с амазонитом. И он идет с подвесочкой. Подвеска. Кольцо, серьги. $719-3 с подвеской, цена 8060 рублей. Амазонит топаз, хризолит, зеленый агат. Амазонит топаз, хризолит, зеленый агат в глазючках. Так. Вот поближе. Зеленоглазая наша лягушечка. Подвеска. Весом, чтобы кому под цепочку подбирать, 9,84. Кольцо большое, 20,5. Вот такая лягушка. Так, по лягушечкам все. Дальше пошли у нас... Так, это, по-моему... Секунду. Это у нас, наверное, ящерица. Комплект ящерица. Тоже будет раз, два, сейчас 6 комплектов с разными камнями. Вот так это все выглядит. Здесь у нас основной кианит, топаз и лимонный кварц. Ну, все видно. Артикул 701-1, цена комплекта 5700. Все по 5700, повторяться не буду. Кольцо здесь 17. Странно, я его прямо делала на 18. Кому надо, перемерю, конечно. Но стоит 17. Вот такая красота с кианитом. То залезть залезла на радостях. Ну, 17 точно нет, 17,5 он как минимум. Что влететь, я на свой 18, смотрите, одевать его совершенно спокойно, снимать, конечно, похуже. Повторюсь, кому надо, миллиметр, господи, миллиметром. Поняли, чем штангенциркулем промерить до миллиметра. С хризопразом все то же самое. Основной камень хризопраз. Цена та же, 5700. Артикул 701-2. Хризопраз, цитрин, хризолит. Кольцо в комплекте
19,5. Вот такая ящерка. 19,5, да. Возможно, даже на 20 подойдет. Тут места много. За счет этого, наверное, все немножечко больше мерят. Следующий. Здесь у нас идет агат. Так, аметист, агат. Сейчас. Что-то стоит еще. Сейчас глянем. Агат, аметист и турмалин. Цена 5700, артикул 701-3. Размер кольца 18,5. Так, амазонит. Кольцо совсем большое, уже даже навскидочку мне. Артикул 701-6. Амазонит, лимонный кварц. Топаз. Цена 5700. Кольцо 19,5. Сердолик. Как центральный. Сердолик, хризолит и, наверное, гранат стоит. Артикул 701-4. Цена 5700. Да, с гранатом. Кольцо 19. Сейчас интересно, 19. Ну, даже 19,5, девочки. Ну, все, мне кажется, прям больше мерят. За счет того, что места, повторюсь, везде много. Так, заключительно с ящерицей. С аметистом. Аметист кварц лимонный и, наверное, розовый топаз здесь. Артикул 701-5, цена 5700, кольцо в комплекте 18. Аметист, лимонный кварц, розовый топаз. Так, ящерицы все. Переходим дальше. Вот такая красота. Это у нас комплект будет Шанталь. Сейчас уточню название. То могла неправильно прочитать. Шанталь, все правильно. Есть к нему браслет. Красоты неописуемой. Вот такая красотища. Насладимся моментом. Как вам комплект? Так, давайте мы с браслета. Браслет звеньевой, замочек карабин, цепочка на увеличение, основные, как видно, сердолик, камешки. Так, сердолик, турмалин, хризолит, принит, цитрин, турмалин. Все вместе. Это у нас браслет Шанталь. Артикул 712. Размер стоит 19, цена 7200. За браслет. Так, комплект. Все то же самое по камням. Сердолик, турмалин, хризолит, принит. Сердолик, турмалин, хризолит, принит. Цена 7600 за комплект. Кольцо в комплекте 18,5. Ну вот тут уже ничего не больше мерит. Тут все в размер. И очень шикарно. Такой же комплект с лазуритом. Так, что у нас здесь? Лазурит, топаз, лимонный кварц, это серединка, и оникс.
лазурит, лимон, кварц, опасовник. Артикул 712-2, цена 7600. Кольцо 19 в комплекте. Шикарный, синий такой голубой, очень красиво. И еще этот комплект у нас с лабрадором, малахитом, хризолит, цитрин. Сейчас посмотрим, что еще. Лабрадор, турмалин еще, турмалин, да. Лабрадор, малахит, цитрин, хризолит, турмалин. Артикул 712-3, цена та же 7600. Кольцо в комплекте 17,5. Опять же повторюсь, на 18 одеваю. Просто немножко туговато снимать. Так, все, с первой планшеткой закончили. Перемещаемся плавно ко второй половине. Очень нежненький комплект у нас Иберис. 6, по-моему, у меня комплект. 5 комплектов с разными камнями. Цена 5800 за любой. Сейчас будем смотреть, какие камни. Первый у нас артикул 706-1. Здесь аметист, розовый кварц. Собственно, и все. Ну, видно, да, 2 аметиста, 2 розовых кварца. Заниженный замочек. Уникальное сочетание камней. Вот такое вот все. Великолепное кольцо. 18,5. Следующий с другими камнями. Артикул 706-2, цена та же 5800, марганит, топаз и, собственно, все. А я бы сказала, что здесь еще кумарин стоит. Возможно, опять же, в спешке не написали. Кольцо в комплекте 17,5 на 18 у меня. Дальше. С амазонитом. Не влезаем чуть-чуть. Амазонит в серединке стоит зеленый аметист. Цена та же. 5800, артикул 706-3, кольцо в комплекте 17. Ну, тут уже видно, я даже не влезаю. Следующий с кошачьим глазом и волосатиком. Кварц-волосатик. Тигровый или кошачий глаз, сейчас посмотрим, что тут написали. Волосатик, хризолит. И ничего больше не написали. Но вот видно даже без записи, что стоит кошачий либо тигровый. Наверное, кошачий он посветлее прям. Кошачий глаз, хризолит в серединке. И кварц-волосатик. Цена 5800. Артикул 706-4. Кольцо 19. Вот наш волосатик. Волосы Венеры. Красота. И еще один. Сердолик хризопрас. В центре, наверное, цитрин. Что у нас здесь пишут? Солнечный камень. Солнечный хризопрас, сердолик и цитрин. Хризопрас с сердоликом даже не упоминает. Артикул 706-5, цена 5800. Кольцо 19. Это все комплекты Иберис. Следующие комплекты жук. Раз, два, три. Сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть штучек с разными камнями. Сердолик хризолит. Сразу видно в глазах. Сейчас посмотрим. Турмалин в глазах. Это артикул 716-1.
Цена у комплектов 5900 у каждого. Здесь кольцо 18. Серьги подвижные. Жук великолепный. Все исполнение. И камни хороши. Вот такая красотень пришла, девочки. Надо брать, пока все это есть в наличии. Следом малахит. Малахит и, наверное, лимонный стоит. Сейчас глянем. Или цитрин. Малахит, цитрин, артикул 716-2. Цена 5900, кольцо 18,5. Жук. Жуки хороши. Вот солнышко вышло, сейчас нам будет совсем все в глазки блестеть и слепить. Так, секунду, я сделаю, нам немножечко темно. Вот, потемнее чуть-чуть будет даже лучше. Но все равно солнечных лучиков у меня тут останется. Все, заиграли камушки, пошли зайчики от всей этой. Сейчас попробую, получится зайчик. Только что был. Но бог с ним. Так, амазонит. Амазонит, лимонный кварц. Зеленый агат, это в глазичках. Сейчас. Вот такая красота. Артикул 716-3. Цена та же 5900. Кольцо 19,5. Следующий с хризопразом. Хризопраз. Оникс. Зеленый агат. Ну, вот, наверное, вот это подразумевает под ониксом. Потому что зеленый агат точно в глазах. Артикул 716-4, цена 5900, кольцо 19,5. И с агатом. Жук-жук. Жук-жук с агатом. Агат, гранат, хризолит в глазах. 716-5, цена 5900, кольцо 18,5. Так, все. А нет, не все. Лазурит же еще. Лазурит, жук, лазурит. Прошу прощения. На следующем уровне на планшеточке, поэтому проглядела. С лазуритом. Лазурит топаз. Лазурит топаз. И здесь хризолит в глазичках. Цена 5900. Артикул 716-6. Размер 19. Вот все, заблестело, заиграло на солнышке. Великолепно. Серьги. Серьги Саламандра. Они идут без кольца. И серег. Раз, два, три. Всего 6 штучек. Тоже с разными камнями. Вот такая красотища. Крупные большие серьги. Артикул у них 710. С амазонитом. Амазонит, лимонный кварц. Это вот амазонит, лимонный кварц в ящерке. Топаз, хризолит. Топаз, хризолит. Средний вес серег 23,48 грамма. Цена у всех 4,800. Вот эти с артикулом 710-4. Сейчас прям быстренько пробегусь. С малахитом. Артикул 710-1. Цена та же 4800. Малахит, цитрин, хризолит, гранат. Так, следом. Вот такая красота. Артикул 710-5, цена 4800. Циезит, хризолит.
Что у нас стоит? Розовый топаз. Не пойму, что написано. Родолит, что ли? В общем, центровой цезит, хризолит, розовый топаз. Увидели, что там еще? Непонятно. Так, хризопраз. Основной. Хризопраз. Цитрин. Гранат, хризолит. Артикул 710-2, цена 4800. Агат. С агатом. Агат топаз. Зеленый аметист, хризолит. Артикул 710-6, цена та же. 4800. И заключительные на сегодня — это те же серьги с сердоликом. Сердоликом. Артикул 710-3. Сердолик, хризолит, гранат, цитрин. Цена 4800. Все, вот вам эта вся красотища вперемешку. Уже не так хорошо, конечно, смотрится. Но на витринке все найдете. Повторюсь, все данные внизу для заказа под видео в описании. Жду ваших заказичков. И, конечно, не забывайте подписываться на канал, потому что нас ждет еще продолжение. Будет много-много всего интересного. Я вам желаю приятного дня. Пока-пока!